Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть в игру Зомби Цунами. Давайте посмотрим, какие у нас задания сегодня. Запрыгните на крыше одной движущейся машины. Хорошо. Сейчас запрыгнем. Так, надо найти еще эту движущуюся машинку. Но хорошо, что на одну только, а не на 10. Тут машинок много, ребята, поэтому... Сейчас мы быстренько... Опа! А, пропустили. Пропускаем монетки. Ладно. Так, где движущиеся машинки? Надо посмотреть. Так, Лос-Анджелес. А, вот движущаяся машинка. Ах, не успел. Нифига себе, надо еще попасть в нее. На эту машинку. Так, дракон. Дракошка. А, не успели съесть, да? Ладно. Надо прям очень близко подходить. О, вот машинка, есть. Получилось у нас с помощью дракошки выполнить задание это. Хорошо. О, все. Закончилось время. Так, ладно. Сейчас попробуем побольше набрать мозгов. Сейчас побольше... Заработаем. Ну, в принципе, можно как бы и так сделать. Ничего страшного абсолютно. Сейчас мы сделаем ачивочку, заберем. А, получите 2 бонуса за одну игру. Ну, давайте пойдем. Сейчас уже интересней. Нам нужно продержаться, чтобы 2 бонуса за игру заработать. Так, прыгаем. Немножко отвлекся. Так, ладно. Так, ну вот, смотри, машинку мы сейчас сломаем. И дальше идем. 2 бонуса за игру надо. Поэтому сейчас нужно аккуратненько не умирать. Где у нас первый бонус? Первый бонус сейчас появится. Секунду. После Нью-Йорка. Да. Ух ты, не хватило нам зомбака одного. Так вот, мы кстати, Мексика Ацтеки. Сейчас здесь будет у нас коробочка. Где коробочка? Чуть не вижу я коробочек. А, вот, первая. Бонус. Гигант. Большой гигант. Хорошо. О, вот это хорошо, когда они все у нас. В одном гиганте все зомбочки. Ух ты, все-таки один взорвался у нас. Ладно. Так, а все, что-то птичка уже, да, кончилось время. И теперь у нас остался, ребята, еще один бонус собрать. Еще один бонус. Так, машинка. Так, свалилась одна. Один зомбарек свалился. О, давай. Есть, хорошо. Успели. Так, теперь второй бонус соберем и все. И вторую ачивку мы выполнили. Во, есть. Да, замечательно, смотри. Ачивочка наша готова. Так, а так получается нам вторую ачивку не дадут, да? Ага, не дают. Пока мы не закончим всю серию. Тогда, в принципе, если нам нужна еще новая ачивка, мы просто, знаешь, просто сейчас взорваемся всеми. Ну, либо... Ну, давай, ладно, дойдем уже, докуда дойдем. Не знаю, получится оно далеко или нет. Может быть, сейчас много зомбаков соберем. О-о-о! Одна девчонка упала. Прикинь, еще и собирать надо. Ну, офигеть. Так, ну все, давайте посмотрим, что будет дальше. Ой, я пью квас. Так, ну что, взяли 2 бонуса за одну игру. Эликсир жизни и смерти. Так, и что мы там открыли? А, новую версию дракона, да? Угу. А, купите двойных зомби в магазине, пользуйтесь ими. Так, двойных зомби купить в магазине. Хорошо, заходим в магазин.
А, где у нас тут двойные... А, вот двойные зомби. Купить двойных зомби и ими пользоваться. Так, дракошка. А что у нас дракошка? Дракон дышит огнем, который разрушает бомбы еще до их срабатывания. Покупаем. Все, купили. И играем. Так, а у нас где тут двойные зомби? Вот у нас двойные зомби. Все, купили и поиграли с двойными зомбами. Так, а что у нас там за двойные зомби будут, а? А где двойные зомби? Что это значит двойные зомби? Ну, что-то я не понимаю. Ну, толпа у нас бежит. И что дальше? Угу. Так, здесь получается 3 челдобрека будет. Так. Здесь 1. 11 было. Стало 12. Двойных нету. Угу. Типа увеличиваться будем, что ли? Количество наше. Наше количество должно увеличиться. Что-то я не вижу. Ну ладно. Так, дракошка. Так, все. А дракошка у нас улучшенный, видишь, да, он умеет. Теперь он стал огнедышащий. Это очень хорошо, что он огнедышащий. Теперь мы не будем бояться бомбочек. Сейчас проверим. Где бомбочки? А, вот бомбочка, видишь. Нормально. А, и все, и закончилось. Время закончилось. Ладно. Угу. Так, у нас там задание. А, мы выполнили, кстати, задание. Теперь просто будем бегать. А максимальное количество зомбарей будем увеличивать. Ну, много, смотри, у нас бежит, да? Куча целая. Толпа такая прям хорошая. О! Двойные зомби интересные. Ну, 1000 монет стоит. Как-то... Не гуманно по цене. Дорого. Ну, куча прям вообще. Толпа прям бежит. 22 зомбаря. Что у нас, НЛО? О, спасибо. Давай, увеличивай нас. Еще больше будет зомбиков. Ой-ой, взрываемся уже. Аккуратно. Но все равно много, смотри, 23 зомбаря, 26 даже, 27, 28. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мы нормально увеличимся. Прям хорошая такая толпа бежит. Все, птичка наша. Показывает нам, что закончилось время. Так, ой-ой-ой, зомбари мы чуть потеряли много. Ладно. Так, сейчас едим. Сейчас попробуем увеличиться еще раз так же само. Оп, главное не взорваться. Так, сколько у нас? Трое? О, трое всего лишь. Так, не успел я схватануть, представляешь? Вот потому что бешеная такая скорость, я даже ловить не успеваю. Дракон. Дракон один пока что. Ладно. Так. Бежим. Так, здесь я не могу взять. Так, три. Ой-ой-ой, да прыгай быстрее. Ты чего? Чего? Давай. Дракошка. Так, у нас два зомбря было всего лишь там, представляешь? Угу. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Упали, ребята, упали в пропасть. Да. Так, давайте заберем двойных зомби. А, съешьте 28 мозгов. А, совет, это проще сделать с помощью... Зомб птицы мозга. Ну, у меня такой зомб птицы мозга нет, поэтому... Ладно, бонус 10 секунд. И 1500 монет. Это очень хорошо. 1500 монет мы заработали. Круто. Просто волшебно. Просто волшебно. Эх, ладно, что ж поделаешь. Так, очки. Ну, смотри, видишь, мы много зомбиков съели, поэтому нам дают много... Вот этих вот мозгов. Ну что ж, ну а я на этом буду с вами, ребята, прощаться. Всем до свидания, до новых встреч. Обязательно поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить новые ролики. Всем пока-пока.